каждого с этим баром есть своя история, очень много историй. И у кого-то это хорошие истории, у кого-то восхитительные, у кого-то плохие, у кого-то совершенно фантастические. Для всех СМИ и культовый СМИ он свой. Для кого-то это культовый СМИ на Госпиталке, для кого-то это на Шелковичной, для кого-то это, вот лично для меня, это здесь, расцвет, это здесь на Дархане, да. Просто получилось так, что каждый ходил в свой СМИ, и в тот период, когда он ходил, это было для него такое, и небо зеленее, и сосиски вкуснее, и горошек слаще. Оно взрослело, и сейчас оно такое, какое оно есть. То есть оно уже не пацанское, оно уже не эпатажное такое, потому что весь эпатаж остался, наверное, на Госпиталке. Сейчас это уже отточенные бизнес-процессы. Вы получите здесь всегда хороший сервис, вы всегда получите хороший продукт музыкальный, вы всегда получите хороший продукт в плане кухни, и вы придете, и вас будут обслуживать профессионалы. Самое удачное, конечно, было то, что мы продолжили делать упор на музыку и на музыкальные команды, которые у нас постоянно играют. То есть это те бенды и те молодые диджеи, новые диджеи, старые диджеи. То есть тот потенциал музыкальный, который мы вокруг себя собираем, все-таки он это самое удачное в нашем формате, я думаю, что есть. Программу «Праздновать три дня» это подготовил наш арт-директор, предложил эту концепцию Али Бабаев, так как диджей Пятишка. Вот, и он предложил в этом году распределить бюджет так, чтобы было интересно нашему гостю, нашему клиенту, людям, тем, которые считают себя друзьями СМИ. СМИ – это не только заведение, в которое можно приехать, допить и подъесть после каких-то вечеринок, но и можно начать вечер. Мы не просто бар, мы гастробар с большой кухней на любой вкус. То есть вы можете начать весь вечер и продолжить до утра оставаться с нами. Но учитывая то, что я увидел все его трансформации, могу смело сказать, что он стал больше. В любом случае, как бы ни менялся СМИ, как бы что ни менялось, контингент, и там мы не вырастали, в любом случае место это культовое, с этим не поспоришь. Это самое крутое место, 12 лет подряд, одно из самых-самых лучших. Я люблю это место. Мы уже 7 лет на одном месте, я считаю, что это расцвет бара СМИ, который переезжал с места на место. Ни мне, ни бару уже ничего доказывать не надо. Мне точно, бару СМИ тоже не надо доказывать свое место в городе. Я не думаю, что людей стало меньше. Заведение на Госпиталке было 220 квадратных метров, сейчас комплекс занимает 1200 квадратных метров. Я думаю, что людей стало больше, мы можем вместить. Больше людей. И не только для молодежи, но и для взрослых, женатых, мужчин, с женами, без жен, с друзьями, без друзей, с подругами, без подруг. Он разный. Это стало интересным коммерческим проектом, который
продолжил свое развитие, и есть то, что сейчас здесь у нас стал таким, какой он есть.